позвонил муж и говорит: ты меня не интересуешь как девушка. Ты тварь, ты сволочь, ты девочка легкого поведения. Ты хочешь его вернуть? Да, я его очень сильно люблю. Как можно хотеть вернуть человека, который над тобой так издевался 2,5 года? Я катаюсь просто по полу в истерике, кусаю руки себе, чтоб ребенок не слышал. Ты сама себя в этой жизни в яму не закапывала? Ребят, сегодня, правда, необычная ситуация. Разбираться будем по горячим следам. То, что случилось с нашей героиней, случилось буквально несколько дней назад. Меня зовут Аня, мне 25 лет. Я приехала из Йошкар-Олы специально для того, чтобы попасть к вам на программу. У меня очень нелегкая ситуация. Позвонил муж и недавно говорит: ты меня не интересуешь как девушка. Мне, говорит, с тобой неинтересно. Как скотина меня бросил по телефону. У меня вот, когда я была беременна, начали крошиться зубы. У меня начали пропадать груди. Пришлось ставить металлические зубы. Я вообще не слышала за последнее время то, что я красивая. Это вот 5 лет, которые мы с ним прожили вместе. Дочка родилась. Я знаю то, что ей нужен отец. Я сама росла без отца. Я знаю, что это такое. Сажаю ребенка на диван смотреть мультики. Сама ухожу на кухню и катаюсь просто по полу. В истерике кусаю руки себе, чтоб ребенок не слышал. Я не знаю, что делать. Помогите мне, пожалуйста. А вот и наша Аня. Анечка, здравствуй. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать о своей проблеме. Мне недавно был звонок от мужа, и он мне сообщил то, что ты меня не интересуешь как женщина. И не было ни конфликтов, ничего. Ничего не было, просто как бы вот у нас 2 года и 5 месяцев родилась дочь, и вот все с этого поехало. Он не выпивает? Нет? Нет. Не поддает? Где-то последние вот 3 месяца я не видела, чтобы он пиво пил. Как? А сколько лет вы вместе? 5 лет. Подожди, то есть это было не внезапно, а это продолжалось 2,5 года? Да, я терпела это все. И 2,5 года ты, в принципе, выглядела вот так, как мы видели в профайле, как сейчас. Ну, у меня было как бы хорошее платье. Как, одно? Да, которое мне как бы на день рождения подарили. А почему мы его не увидели? А у меня просто на глазах его муж разорвал. Как это? Ну, оно тебе не идет, ты в нем... Выглядишь как там бабушка старая. Практически все новые вещи выкинул. Ну, в такой ситуации очень сложно тебя ругать за серый гардероб, потому что, насколько я понимаю, тебе просто нечего одеть. То есть он не хотел, чтобы ты хорошо выглядела? Ну, он из меня только так старуху делал, и все. Но при этом, когда он тебе позвонил и сказал, что он уходит, он обвинил тебя в том, что ты непривлекательна. Он унижал меня. Как ребенок родился, так все. Он на ребенка кричал: заткнись. Заткнись, заткнись. Но ты сказала, что я все было ревела, хорошо. Я просто ревела, я забирала ребенка, позвонил. Я уходила в другую комнату. Он прибегал туда, весь такой разъяренный. Ребенка отворачивается. Она к нему: папа, папа, папа. А он от нее спиной. Но он с тех пор так и не приходил домой? Скажи мне, пожалуйста, ты к нам пришла за помощью? Да. Мы тебе обязательно поможем. Ну только скажи, пожалуйста, сначала, что мы можем для тебя сделать? Как тебе? Я хочу стать увереннее в себе. Я хочу доказать своей дочери и себе сама то, что я могу быть сильной. Успокаивайся. Ты уже в надежных руках. Ты на самом деле сейчас сделала самый верный шаг. Ты пришла к нам. И мы тебе поможем. Но прежде, Ань, мы должны понимать некоторые вещи. Муж ушел сколько? Месяц назад, да. С тех пор ты его не видела, не слышала, с ним не разговаривала. Мне только друзья говорят, что вот мы там его видели, там ну, хорошо, там, они его видели, прошел. Но в течение месяца муж не говорит тебе, что ты некрасивая. Скажи, ты хочешь его вернуть? Ты хочешь опять в свою жизнь этого человека? Да, я его очень сильно люблю. Ты шутишь. Mm-mm. Ну как можно хотеть вернуть человека, который тебе над тобой так издевался 2,5 года? Это желание обычной заурядной дуры.
Я просто те 3 года хочу обратно вернуть, когда было хорошо. После этих 3 лет было 2,5 ада. Подожди, ты нам не рассказала. Ты говорила, что он издевался. Как он издевался? Что он делал? Придет домой, я вроде бы все стою, готовлю. Он приходит и орет. Вот, жрать ничего нету, на кухне все раскидано. Игрушки надо на место складывать. А когда она в это время стоит, сидит, играет на кухне... Я же не погоню ребенка, иди отсюда, что ты здесь делаешь. Анечка, а как ты реагировала? Ничего, у меня все из рук опускалось. Я разворачивалась к ребенку, забирала ребенка, собирала все игрушки, мы уходили в другую комнату. Я просто сидела рядом. А ел он что? Ты же не доготовила. А он разворачивался и уходил. То есть ему есть на самом деле было не надо. Не надо. Ему нужно было сделать тебе замечание. Ему просто надо было сделать. Лишний раз унизить тебя. А он тебя вообще оскорблял? Лучше это не говорить. Ну как, мы сказать. Должны знать, что с тобой происходило. Смотрите далее. Ты каждый день плачешь, и тебе нравится это состояние. У тебя своя жизнь, решай. Но решать надо сейчас. Тяжело. Хватит или нет, скажи мне. А он тебя вообще оскорблял? Лучше это не говорить. Ну как, мы сказать? Должны знать, что с тобой происходило. Ты тварь, ты сволочь, ты там... А он как-то отзывался о том, как ты выглядишь? Ну, то, что как... Девочка легкого поведения там выглядишь. А почему он так? Нет, вот с этого момента именно... поподробнее, пожалуйста. Потому что для меня очевидно, что... Ну, раньше я красилась ярко, красила, я глаза свои подчеркивала. И только за это? Да. Ты вот, по сути, по твоему рассказу, за последние 2,5 года практически каждый день плачешь. Да. И тебе нравится это состояние? Нет, я уже устала. Но человек, который 2,5 года плачет, от которого еще ушел муж, причина слез, при этом говорит, хочу обратно, хочу плакать. Или как? Я не хочу больше плакать. А что ты хочешь? Я хочу улыбаться. Я жизнь радостно хочу улыбаться. Лично мне все понятно. Вам, Виктор, понятно? Я думаю, да. Работать надо. Но с этим можно справиться? Будем стараться. У нас впереди много работы, но на финале посмотрим, что случится. Будет ли колечко на пальце? Да, оно снимается. Мы его оторвем вместе с пальчиком. У нас есть хирурги. Ну что, привет. Все такая неживая, грустная. Страшно очень, честно скажу. Так, слушай, давай прекратим бояться, что такой проблемы с зубами после рождения детей я знаю не понаслышке, потому что сама мама 3. Вместо того, чтобы плакать, переживать и бояться, лучше пойдем решать наши проблемы с зубами. Пойдем. Стоматолог нас ждет. Пойдем. Ух ты, что это там у тебя такое? О, привет, девчонки. Привет. Я вам покажу потом. Юленька, кого привела? Рассказывай. Привела молодую мамочку. Молодую мамочку, да. Отлично. Сколько у нас деток? 1. 1. Сколько лет? 2 года и 5 месяцев. Ну ладно, давай посмотрим. Ну, на самом деле, то, что я вижу, мне, конечно, не нравится, потому что во рту стоят металлические коронки. Значит, мы... Марин, для чего они вообще? Почему находят... Есть старые... такие врачи, которые до сих пор это умудряются поставить их в рот? Старые технологии. Я сейчас все покажу. На самом деле, раньше, когда не было современных материалов, зубы делали из всего того, что не ломается. А что у нас не ломается? Железо. Окислы железа не полезны для организма. Они накапливаются в виде солей тяжелых металлов, в виде просто солей металлов и так далее. То есть мало того, что это эстетически некрасиво, это так еще это еще вредно. И вредно для организма. Это вредно. Железные коронки некрасиво. Раз. Второе. У нее вокруг всех коронок воспаленная десна. Так, что мы будем делать с Аней? Анечка, тебе вот всю красоту, которая у тебя есть во рту, в кавычках, надо поменять. В первую очередь мы тебе сделаем компьютерное моделирование. Я покажу тебе, как красиво ты можешь выглядеть. Ну что, ты готова? Да. Показывайте. Смотри. Ух ты! Обалдеть! Круто! Вообще классно. Мне кажется, ты себя не узнала. Нет, вообще ни капельки. Ну что, ты готова? Поехали. Марин, я так понимаю, что все-таки это процесс не быстрый, да? Да, потому что очень много всего надо переделать. Практически надо переделать все. Я рада. Ну что, приступим? С улыбкой разобрались, красивая, да. Устраивает, да. Нравится. Очень. Теперь идем наводить красоту косметолога. Пойдем. Макс, привет. О, привет.
Какие у тебя есть вопросы ко мне? Кожа очень сильно сохнет. После родов очень сильно кожа начала портиться. Так. И прыщей стало много. Ну, я, честно говоря, вижу здесь другие моменты. Я вижу вот активную мимику, и на сухой коже стали формироваться мимические морщины. Вот прям залом пошел вот здесь. Вот он. Конечно, надо убирать. Возможно, даже немножечко приподнять линию бровей, потому что такой вот какой-то грустный, унылый взгляд. Надо сделать несколько уколов вот в эти точки. Бровь приподнимется вот здесь. Так, с лбом, да, вот эти морщины мы тоже однозначно убираем. А что мы будем колоть? Будем колоть миорелаксан длительного эффекта. Кстати, будет очень красиво придать небольшой объем губам, вот верхней губе чуть-чуть. Как ты? Да, я вот сама смотрела на свои губы и понимаю, то, что они у меня истощены очень сильно. Истощены. А что будем делать с губами? Возьмем чистейшую гиалуроновую кислоту для придания объема, которая находится в губах около года и больше, притягивает свою собственную жидкость, дает очень красивый, натуральный, пухлый эффект губам. Готовы? Да. Да. Все, поехали. Макс, мне очень нравится, ты просто волшебник. Все поправили, все исправили, ты теперь просто красотка. Скажи мне, а тебя саму еще что-то беспокоит? Да, меня очень беспокоит моя грудь. И чем это она тебя так беспокоит? Ну, раньше мне муж говорил то, что я плоская. Но мужа теперь нет, и говорить тебе больше некому. Вот скажи, пожалуйста, тебя саму что беспокоит? Тебя это тоже беспокоит? Да, меня это тоже очень беспокоит. Но я думаю, с грудью Макс тебе не поможет, а поможет тебе наш пластический хирург. Отправляйся на консультацию. Увидимся скоро. Добрый день. Меня зовут Аня. У меня очень большая проблема. У меня маленькая грудь. Аня, сколько тебе лет? Рожала, не рожала? Мне 25 лет. У меня есть дочь. Ей 2,5 месяца. Во время кормления грудь как-то увеличивалась? Нет, она отказалась от груди еще с роддома. То есть ты ребенка не кормила? Нет. Аня, я смогу тебе помочь. Я установлю тебе импланты. Угу. И сделаю тебе самую красивую грудь. Для того, чтобы выбрать размер, форму имплантов, доступ, я должен сначала на тебя посмотреть. Ты девушка стройная, худенькая. Второй размер груди на тебе будет смотреться полноценно. Доступ я тебе рекомендую через ареолу. Это самый эстетичный доступ. Тот рубец, который здесь будет, он в будущем будет незаметен. Угу. Имплант я возьму круглый. Размер импланта 220 мл. Это чуть-чуть больше, чем двоечка. Угу. Хорошо? Да. Сейчас ты пройдешь все необходимые исследования и встретимся на операции. Хорошо. О, кто к нам пришел? Здравствуйте. Здравствуй, Анечка. Виктор Пономаренко, психолог. Как ты представляешь себе свою ситуацию в семье с мужем? Сложно пока описать, пока не представляла. Пока не представляешь, да. Есть два принципиально пути. Ты занимаешься собой, ты продолжаешь расти, ты раскрываешь свой потенциал, у тебя растет ребенок, ты остаешься сама с собой. Руки своему Ивану ты не протягиваешь, не заслужил, это правда. Потому что надо немножко ластами шевелить. Жена стала подниматься и ушла туда, где ей место. И там уже ты будешь искать себе мужчину под стать, который не будет прихлебателем, который не будет тебя мучить. Это один вариант. Второй вариант. Ты возвращаешься к Ивану, и ты пытаешься ему помочь. Но помочь не сочувствием. Ему не нужно твое сочувствие. Боюсь, и любовь твоя не очень нужна. Ему нужна серьезная социальная помощь. Через людей состоявшихся. Ты Ваньку своего поднимаешь до их уровня. Делаешь его мужиком, чтобы ему не стыдно было тебе в глаза смотреть. И тогда, только при этом условии, возможно, воссоединение семьи. Вот какой вариант вот сейчас по твоему состоянию предпочтительней? Второй. То есть все-таки ты будешь за него бороться? Да. Ну тогда перезагружаться-то надо не тебе, а ему. Если ты предложишь ему прийти к психологу, он согласится? Нет. Он тонет у тебя, тебе за шкирку надо его хватать, чтобы он мужиком стал наконец. Я же знаю, что будет. А что будет? Придет. Посмотрит тебе в глаза и все. Скажет «хай». Ха-ха. Какой выход тогда? Тогда бросай. Если ха-ха-ха-ха. Я не хочу, чтобы у меня дочь росла без отца. А так это отец, который ее не воспитывает, который не имеет работы нормальной.
На жену всех собак повесить. Где наш папа, спросит маленькая девочка, уже у твоей дочери? Он там где-то валяется. С друзьями пошел пьянствовать, третий день не просыхает. Женская доля такова. Если любишь, простишь. Вот этот урок мы будем преподавать. У тебя своя жизнь, решай. Но решать надо сейчас. Тяжело сказать. Потому что уже с завтрашнего дня мы должны с тобой начать работать. Итак, окончательная формулировка нашей тактики. Вытянуть я его по-любому не смогу. У меня есть ребенок, которого должна тянуть. Ближе к делу. Конкретно что мне делать? Делайте меня счастливой, свободной, успешной женщиной. Встретимся на эксперименте. Здравствуйте. Здравствуй, Анечка. Ну, рассказывай, как твоя жизнь протекает? Я знаю, что Иван тебе звонит. Да, звонит. Уже начинает чуть ли аж не каждый день. Мы же с тобой на встрече говорили о том, что ты прекращаешь отношения. Ну, мы с ним как уже практически друзья становимся. Друзья? Да. А он тебе друг? Наверное, да. Ну, ладно, разберемся. Вот смотри, для нашего эксперимента ты должна надеть на себя вот этот костюм. Мне не нравится, что Аня, которая пришла на перезагрузку с намерением коренным образом изменить свою жизнь, на самом деле не меняется. Ею занимаются специалисты, она ходит по врачам, ей уделяют много внимания. И она решила, что все само собой рассосется. Вот это огромная ошибка очень многих молодых женщин. Не решать проблему, а пережидать ее. А? Это что? Это повязочка на глаза. Но мне почему-то кажется, что по жизни ты продолжаешь идти с закрытыми глазками. Ваня тебе друг, жизнь у тебя продолжается. Зачем же тогда жалуешься-то на судьбу? Может, все само с собой рассосется? Видишь что-нибудь? Нет. Давай, бери меня под руку, не отпускай. Держусь. Потому что дальше как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Тихонечко, не торопясь. Вот как хорошо, мы с тобой идем по лесной тропинке. Теперь тебе предстоит сделать маленький шажок. Пошли. Садись, 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 красавица, садись. Вот молодец. Ну что, повязку снимем? Да. Давай снимем тебе повязку. Это я где? А это ты в своей жизни. Мамочка. Поехали. Вот ты говоришь, что Иван тебе друг. Вспомни, что он с тобой проделывал. Разве он тебя не оскорблял? Оскорблял. Разве он не позволял себе хамских высказываний по поводу твоей внешности, твоей фигуры? Да. И что, все простительно? Нет. И вот так вот ты сама себя в этой жизни в яму не закапывала? Закапывала. Закапывала. Холодно. Холодно? Холодно. А ты думала, тепло тебе будет? Хватит. Хватит? Нет, не хватит. Я думал, когда ты придешь сюда, ты скажешь, я поставила точку в этих отношениях, я начинаю новую жизнь. Почему ты боишься новой жизни, Аня? Не знаю. Вот так и дальше продолжается твоя жизнь. Вот так и дальше продолжается. Может, хватит? Это к тебе вопрос. Может, хватит закапываться? Хватит. Ты говоришь, потому что тебе просто неуютно сидеть в земле. Нет. Сейчас я подам тебе руку, ты выйдешь, и опять будешь отвечать на звонки, и опять будешь лелеять какую-то надежду, и обманывать меня и себя, самое главное. Так хватит или нет закапывать? Хватит. Ты всерьез говоришь? Да. Ты решила для себя что-то? Да. Что ты решила, милая моя? Что надо начинать все с другой стороны. Не верю. Ну, смотреть с другой стороны, начинать все заново. Ты сейчас не о себе говоришь. Тебе пока это все как эксперимент. Тебе пока все это как развлечение. В землю ее закапывают. Сейчас откопают, отмоют, и все пойдет своим чередом. Анечка, это твоя жизнь, ты понимаешь? Вот это символ твоей жизни, все, что с тобой сейчас происходит. Хватит или нет, скажи мне. Я не про землю спрашиваю, хватит или нет? Хватит. Хватит. Вот сейчас действительно хватит. Ух ты, девчонка моя, что ж ты с тобой делаешь, а? Что ж ты с собой творишь-то? Сейчас будем подниматься тихонечко, аккуратно. Я хочу, чтобы хватит, понимаешь, чтобы ты закончила это все. Пытки, мучения для себя, которые ты сама устроила. Чтобы ты обрела новую жизнь. И не нужно тебе оглядываться в прошлое. Ты понимаешь меня? Да. Анечка, сейчас мы тебя откопаем.
Вот оно как все в жизни-то непросто. Согласна? Очень непросто. Очень непросто. И надо вот такой взрослой девочке уже самой все решать для себя. Я в тебя верю. У нас для тебя есть хорошее продолжение этого эксперимента, которое тебе по-настоящему понравится. Когда я сидела в земле, меня просто вот так вот затрясло, и мне стало страшно. Боже мой, где я и зачем я здесь? Я понимала то, что меня реально уже муж просто закапывал живьем. Как бы ни складывалась судьба, нужно идти по дороге. Пусть дорога извилистая, пусть она ухабистая, но все-таки идти по дороге лучше, чем сидеть в яме. Ну что, в яме не сладко? Ни капельки. Значит, надо выбираться? Надо. А для того, чтобы выбраться на поверхность, нужен хороший деловой стартап. Стартап – это площадка для взлета. Пойдем-ка посмотрим, как работают профессионалы. Пойдем. Я очень надеюсь, что ты кое-чему научишься. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Я вас познакомлю, господа. Это наша Аня. Анечке нужна свобода, Ренат. Ей нужна независимость, которую дает только хорошая профессия. Мне кажется, она меня боится. Не может быть. С таким тесаком, да. Мало того, что этот тесак в надежных руках, но ты даже не представляешь себе, в каких надежных руках. Это знаменитейший мастер-кондитер Ренат Акзамов. Если он тебя не научит тому мастерству, с которым ты приедешь домой, и на котором ты, вполне возможно, научишься зарабатывать деньги, то тебя не научит никто. Смотрите далее. Конечно, ей не хватает смелости, а у нее нет чувства уверенности в себе. Потрясающе, Анечка, ты выглядишь. Я надеюсь, что у тебя все будет прекрасно. А Ваню мы побьем. Ранее в программе. Как скотина меня бросил по телефону. Скажи, ты хочешь его вернуть? Ну да, я его очень сильно люблю. Это желание обычной заурядной дуры. Так хватит или нет закапываться? Хватит. Ты всерьез говоришь? Да. Сегодня мы с тобой делаем фантастически красивый торт. Миниатюра фонтана. Для того, чтобы красиво обмазать торт, нам нужно вначале его загрунтовать. Вот такими длинными, продолговатыми движениями. Я уже половину сделал, теперь твоя часть. Давай. А я тут немножко напачкала. Можешь пачкать, сегодня твой день. Так, теперь смотри. Тортик берем, перекладываем сейчас. Сейчас мы замажем тортик. Может, ты попробуешь? Чуть-чуть. Я боюсь. Мне кажется, тебе... Просто я его испорчу. Мне кажется, тебе не нужно бояться. Мне кажется, у тебя не должно быть страха. Значит, смотри, у меня есть такие прикольные насадки. Как художник использует огромное количество кистей, красок, палитры. Вот она, краска и палитра для кондитера. Мазок. Мазок, да. Мы вставили насадку. Теперь надо наполнить мешок. А теперь смотри, я это сделаю, тоже это очень легко кажется. Давай лучше ты сама. Держи руку вот так, раскрывай. Аккуратненько закладываем туда. Молодец. Теперь то же самое сделай сама. Все, хватит. Теперь смотри, закрутили. Мы с тобой, так как делаем фонтан, наша задача залить желе тонким слоем. Мы должны с тобой сделать такой бордюр, чтобы оно оттуда не вытекло. Это по краешку надо? По краешкам. Половину сделаю я, половину ты. Угу. Абсолютно простой, элементарный узор. Держи, завершай этот узор. Я думаю, у тебя все получится. Смотри, стой, ты давишь там, где нет крема. Спираль сворачивай, еще сильнее сворачивай. Ниже, ниже ручку опускай, ниже еще. Вот, молодец. Ну, ты видишь, твой узор ничем не отличается от моего. Это с первого раза. Угу. Теперь начинается самое радостное событие. Ты любишь дельфинчиков? Очень. Ангелочков? Смотри, мы изготовили вот такие рамки. Что внутри? Ангел. Значит, мы сейчас будем придавать нашему фонтану уже архитектурный какой-то, да, определенный стиль. Угу. Опс. А ты втыкаешь напротив. Давай, с той стороны. Теперь наша задача, у школы это фонтан, теперь это уже должно у нас забурлить. Значит, я сделал вот такую совершенно фантастическую, ажурную, воздушную карамель. Смотри. Обалдеть, смотри. Хрусталь. Значит, смотри, что нам нужно сделать. Пальчиком берешь, раз, раз. Жалко. Да, а теперь смотри, что мы делаем. В торте начинаем делать брызги карамельной воды. Всплеск. А сейчас, значит, смотри, наша задача придать слегка голубоватый оттенок этому фонтану. У меня есть такое красивое приспособление, аэрограф, который брызгает голубой красочкой. Смотри. Это уже ювелирная работа.
Ну, что у вас получилось? По-моему, какой-то шедевр удивительный. На самом деле, Аня молодец. Конечно, ей не хватает смелости, у нее нет чувства уверенности в себе. Даже когда она рисует, делает узор из сливок, у нее в этот момент руки дрожат. Она немножко боится этого всего дела. Аня, а чего ты боишься? Красоту такую тоже испортить как-то страшно. Красоту испортить? Да. Или ты работать боишься? Не, работать я не боюсь. Захочешь повторить? Сама сможешь? Пусть не захочу, не домой приеду, попробую. Вот приложи, пожалуйста, усилия. Я жду тебя на финале с выпечкой, которую я попробую, продегустирую. Договорились? Да. У тебя все получится, ты молодец. Дай пять. В каждом человеке сидит внутри гений. Этого гения нужно раскрывать. Возможно, у Ани окружение не творческое. Возможно, у нее тяжелая какая-то обстановка вокруг нее, что не дает возможности ей раскрываться. Вот Ане я желаю по жизни найти хорошего учителя. Не только как изготавливать торты, но и вообще по жизни. Ей нужен хороший человек рядом с ней. Евгений Седой, Юрий Столяров, стилисты. И чем это вы тут занимаетесь? Приготовление. Привет. Привет, Юрий. А мы к вам. Просто так? Просто так? Или переодеться? Мы соскучились. Вы когда скучали, у вас эксперименты были? Да, были. Пекла торт. Ну, бог с ним, с тортом, ты сама как? Что происходит внутри? Внутри все начинает бурлить, кипеть, все очень суперски. Раньше я видела серо-темные какие-то краски, сейчас я вижу все светлое. И по этому поводу ты пришла в бирюзовом топе. Подожди. Да. Раз Аню научили быть хорошей хозяйкой и печь вкусности. Появилась новая улыбка. Да, помимо этого я еще была у стоматолога, и заместо теперь железных коронок у меня белый чистый рот. Белый чистый рот. Я считаю, когда появилась белоснежная улыбка, которую ты называешь почему-то белый чистый рот. Ну, почему нет, да? Я думаю, нужно поменять и наряд. Новые для тебя абсолютно вещи. И, кстати, из абсолютно нового, очень модного материала. Этот материал называется неопрен. Он прекрасно держит форму. То есть не потеет. Дело не в том, что он не потеет, дело в том, что он хорошо держит форму. И плюс, это очень актуальный сейчас материал. Первое, с чего мы начнем, это вот такой прекрасный топ с баской. И к нему я тебе предлагаю надеть вот такую юбку-скейтер. И дополняем это вот таким прекрасным аксессуаром для того, чтобы все заиграло и заблестело. Аня, держи. Не забывай, что сюда мы подбираем вот такие босоножки. И вот такая очень практичная, кстати сказать, сумочка. Давай уже сразу. Раз. Нарядила. Вперед. Привет, я вернулась. Прямо такая девчонка-девчонка. А вы не знаете, кто это? Мы знакомы? Нет, знаем. Мы это знаем. Пока еще мы ее узнаем. Ну, расскажи о своих впечатлениях. Что ты об этом думаешь? Смело. Смело? Ну, такого бы я в себе не позволила. Ну, разумеется, у тебя ходили... Ты ходила в несмелых, застиранных штанах. Я постоянно ходила в штанах. Ну, покрутись, ты же девочка. Ань, ну ты видишь, насколько это может подчеркнуть твою фигуру? Классно, мне нравится. Хоть и смело, но нравится. Что именно нравится? Юбка нравится, кофта нравится, ну и сумочка очень-очень сильно. Ты не могла себе такого раньше позволить? Ну, короткая юбка, нет, я не могла себе такого. Ну, ты молодая, худенькая, у тебя прекрасная фигура. Почему ты не могла позволить себе короткую юбку? Не знаю, боялась. Что боялась? Кого боялась? Что на тебя мужчины будут обращать внимание? Наверное. Что? Ань, ну что, этот лук прекрасно подчеркивает твою фигуру. Но он не единственный. Но он не единственный. У нас есть для тебя еще один революционный лук. Вот такая майка, удлиненная.
Плюс принты известных хор-групп никогда не выйдут из моды. Эта майка у нас дополняется вот такой красивой цепью. Я хочу представить твоему вниманию вот такой мега-хит. Это юбка, которая объединяет в себе сразу два тренда этого лета. Во-первых, она белая. Во-вторых, вот эта этническая бахрома делает ее совершенно уникальной. И посмотри, в завершение этого образа тебе достается вот такой жакет с этнической аппликацией, вышивка из бисера. Очень красивого силуэта. Тебе нужно будет заменить босоножки свои на вот эти красивые босоножки на каблуке. И, конечно же, должна быть здесь другая совершенно сумочка. Беги, примеряй. Мы тебя ждем. Мы тебя ждем. Я пошла. Ну, другое дело. Посмотри, какая ты грациозная. Ты совершенно производишь теперь другое впечатление. Потрясающе длинные ноги. Посмотри. И можешь на себя посмотреть. Ты мне скажи, как ты до нас дошла? Ты привыкла ходить нет, на каблуках, а? Нет, вообще. Не упала? Ань, и выпрями, чуть пожалуйста, упала, спину. Это невозможно. Ходишь сгорбленной. У тебя уже есть что показать, ты понимаешь? Тебя правда покачивает слегка? Да. Ничего, один день тренировки, и ты привыкнешь. Я тебе серьезно говорю, это не страшно. Но ты понимаешь, что эклектичные луки, такие как этот, мало того, что придают уверенности в себе, они дарят еще потрясающие эмоции. У тебя появится сейчас еще один комплект с очень модной полоской. Мне кажется, при твоей фигуре не нужно бояться горизонтальных полосок, да потому что ты худенькая. Вообще не нужно бояться горизонтальных полосок, потому что их можно их нейтрализовать. Можно уравновесить вертикальными. Вертикальными. Вот таким образом. И при этом фигура вновь здорово вытягивается. Мы дополняем этот образ красивым активным украшением с крупными камнями. Но в твоем гардеробе появляются наконец-то штаны. Но да, не те унылые штаны, которые ты носила до сих пор. Теперь это можно назвать уже настоящими вау брюками. Брюки с вот таким правильным принтом из желтых роз. Иди меряй это все. Сумочку можешь оставить. Смотри, ты уже, по-моему, даже поувереннее идешь. Пока переодевалась, стояла, танцевала на каблуках. Уже я тоже начала танцевать. Лицу? Прекрасно. Аня, понимаешь, да, что делает на самом деле горизонтальная полоска? Увеличивает грудь. Совершенно верно. Она подчеркивает то, что уже стало немного больше. А как раз вертикальные полосы, они удлиняют силуэт и позволяют увеличить горизонтальными полосами только грудь. Если ты завяжешь сзади пояс, это дополнительно подчеркнет твою талию. Вот этот лук, вот этот наряд, я считаю незаконченным, потому что девушка, когда выходит из дома, у нее с собой есть мобильный телефон, ключи от дорогого автомобиля, кредитные карты. Где все это девушка хранит, Юль? В руках. Нет, девушка хранит это в клатче, в сумочке. Ну что, Ань, у тебя готовы полноценных три наряда, и у нас к тебе еще есть небольшое дело. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Рассказывай скорее, что у тебя за перемены в жизни происходят? Все наладилось, стало больше улыбаться. Так. Начала больше быть себе увереннее. Начали на меня больше обращать внимание. Я этому очень рада. Я это начала замечать. То, что даже начали, несмотря на то, что ты до сих пор носишь обручальное кольцо? Даже смотря на это, на меня какие сейчас начали обращать смелые внимание. Причем она когда говорит, на меня обращают внимание и потирают. Немножко прячь. Ты не хочешь снимать кольцо? Ну, когда-нибудь, может, со временем сниму. Но ты же должна понимать, что перезагрузка – это кардинальные перемены. Кардинальные перемены во внешности, в твоем внутреннем состоянии. Кардинальные перемены вообще в жизни. И вообще, когда на человека обращают внимание, и гораздо больше обращают внимание, чем раньше, это говорит о том, что у человека, помимо внешних изменений, которых у тебя еще практически не произошло, появились какие-то внутренние. Потому что истинная красота, на самом деле, она где? Она внутри. Да. А сияние кожи – это отражение здоровья всего организма. И прежде всего, здоровья кишечника. Поэтому мы дарим тебе лактофильтрум. Благодаря уникальной формуле он выводит токсины и аллергены, восстанавливает нормальную микрофлору кишечника. Что помогает сохранить красоту и здоровье кожи. Держи. Спасибо. Тогда я забираю Анечку и делаю ее еще прекраснее. И увидимся мы уже где? Правильно, у тебя в парикмахерской студии. Правильно, пойдем. Пока. Пойдем, Анет.
Так, Анечка, давайте разверну твой трон, присаживайся. Спасибо. Ну, наконец-то мы добрались до твоих волос. Сама мечтала, быстрее. Так, господи, откуда же у тебя челка? Прямо вот от затылка и начинается. Сама выстригала. Сама, да? Никому не доверяешь? Нет. Смотри, так интересно, вот у тебя вроде бы не очень большой лоб, но твоя челка позволяет сложиться впечатление, что у тебя огромный лоб, который ты прикрываешь. Расскажи мне, пожалуйста, какие у тебя были вообще эксперименты с волосами? У меня была химия, было эмалирование, было колорирование, сама себя обесвечивала 3 раза. Была черненькая, фиолетовая, желтая, ну всякое разное, все цветы радуги. А почему тебе захотелось в такие оттенки-то уходить? Посмотри, ты белокожая. Повзрослее по лицу хотела выглядеть. Мне просто все говорят, вот маленькая, мне уже было 18 лет. Да ради бога, я вам покажу, что мне 38, да, и все. Хорошо, а длина волос? У меня была короткая стрижка, просто в один день прекрасно пришла к зеркалу, у меня был хвостик вот так же забранный, взяла ножницы вот так вот ровно. Да что ты все сама да сама? У тебя нет никаких вокруг парикмахерств? А потом я сходила, подровнялась, и все это. Мне сказали, боже мой, кто тебя стриг? Я говорю, сама. А зачем ты делаешь вот такие ошибки, чтобы потом их кто-то исправлял? Не знаю. Лоб у тебя нормальный, ты красавица, волосы нормальной совершенно густоты. Поэтому вот я на все твои ошибки тебе указал, чтобы ты понимала, что тебе делать в дальнейшем, когда ты станешь уже прекрасной девушкой из этого кресла. А сейчас мне осталось тебе только показать, что превратить тебя в прекрасную принцессу. Спасибо. Да пока не за что. Let me show you what you mean. Так как ты большая любительница самостоятельного окрашивания, я хочу тебе дать совет. Так как волосы на краевой зоне очень тонкие, необходимо наносить краситель на них в последнюю очередь. То есть они быстрее красятся, да? Они красятся молниеносно. Пока у тебя обесцвечиваются волосы в остальных зонах, а на краевой зоне они уже сгорают. А еще один очень важный секрет колористики я хочу тебе сегодня открыть. Какой? Для того, чтобы волосы сохраняли цвет надолго, они должны быть отличного качества. А отличное качество что им придает? Правильный уход. И в этом тебе могут помочь испанские капсулы для роста волос и укрепления ногтей «Лошадиная сила». Также используй шампунь и тающую маску с гиалуроновой вытяжкой из перца той же марки. Я знаю, что многие звездные стилисты пользуются ими. Супер. Складывай все секреты в копилочку, будешь ими пользоваться потом. Обязательно. И с подружками делиться. Нет, жарковато тебе, я понимаю. Ну, вот такая вот у нас ситуация здесь. У нас много света, а он нагревает воздух. Вот так мы все время мучаемся. А из-за того, что много света, привет, Ань, привет Жень. Привет. Много красоты. Это правда. Которую можно подробно рассмотреть. Но Ане свет не нужен для того, чтобы рассмотреть ее красоту. Потому что ее красоту видно было и так. Даже вот среди всей этой нелепицы, которую она с собой натворила, все равно было видно, что девчонка, она очень красивая. Ань, ну а чего ты ждешь-то от перезагрузки, от того, что ты увидишь в зеркале очень скоро? Я немножко боюсь себя увидеть в зеркало. Ань, ты же красивая девушка, чего тебе бояться? Просто когда-то меня муж унижал словесным, я, да, считала себя такой ужасной. Подожди, а сейчас ты уже не боишься мужа? Ты его забыла? Что произошло вообще? Я вижу, что кольцо все еще на месте. Ну да. В данный момент пока созваниваемся, и он хочет остаться с друзьями. А ты? Я за каждый кипиш, кроме голодовки. А если вы за любой кипиш, кроме голодовки, приходите к нам на перезагрузку. Ну, обязательно запишитесь на кастинг по адресу, который видите внизу экрана. Ну, на что ты готова в мейкап-студии, мы сейчас выясним. Да? Я вам доверяюсь. Смотрите далее. Совершенно другое лицо. Ты понимаешь? Слезы радости? Да. Не ожидали? Не ожидал. Аня, добро пожаловать. Присаживайся. Добро пожаловать, да. Скоро ты увидишь в зеркале девушку. Она будет выглядеть немножечко иначе. Не так, как она выглядела обычно, я тебе обещаю. Как ее зовут? Зовут ее по-прежнему Анна. Вау. Но скоро ты с ней познакомишься. Ну, а мы шаг за шагом сделаем макияж. Я сделаю тебе акцент, сразу скажу, на глаза. Вариантов макияжа глаз полно. Глаз сидит достаточно глубоко. В любом случае должны присутствовать светлые тени на подвижном веке. Иначе глаз будет очень... проваливаться. Ну, а расстояние между глазами позволяет сделать нам его достаточно ярким и интересным. Ну, очень скоро ты увидишь, что из этого получилось. Давай начнем? Да. У
тебя хорошая форма бровей, поэтому, в принципе, достаточно пользоваться тушью для бровей, не прибегая к карандашу. Кстати, если вы хотите узнать больше о макияже в перезагрузке, заходите на нашу страничку в интернете. И я захожу на вашу страничку в интернете. И читаешь советы про макияж. А что мне читать? Я у тебя могу спросить. Ну что, другое лицо, совершенно другое лицо. Ты понимаешь? Да я-то понимаю. Прям хочется скорее уже заняться волосами. Закрывай глаза. Ань, кого хочешь увидеть в этом зеркале? Наверное, уже совершенно другую Аню. А это Аня будет сильной девушкой? Это Аня будет отвечать за свою жизнь, за свои поступки? Да, конечно. Ну, ты можешь ей в этом зеркале дать такое обещание? На все 100%. Ну, мы будем ждать этого обещания. Ну, ты волнуешься хоть немножко? Очень. Прям очень? Очень. Ну, давай мы тогда сбережем твои нервы и той девушки, которая окажется в этом зеркале, потому что раз... Два, три. Ой, обалдеть. Мою ж маму, ущипни меня за ляжку. Я помню, какая Аня пришла к нам на кастинг. Вся в слезах. Ее бросил муж с маленьким ребенком на руках. Нам нужно было научить ее жить самостоятельно, рассчитывать на саму себя и, наконец, поверить в себя и в свои силы. Ну что ж, посмотрим, получилось ли это у нас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Лариса Ивановна. Я Анина крестная. Скажите, пожалуйста, вот какой Аня была до перезагрузки? В юности она, конечно, была очень хорошая девочка. Потом как-то она немножко закомплексовала, когда вот уже вышла замуж, как-то она немножко, ну, не знаю, эти заботы, хлопоты, что ли, как-то она себя забросила. Ну, немножко муж на нее внимания не стал обращать. Очень она грустила, часто плакала. Когда она затеяла поехать к вам, мы все были, конечно, на это, дай бог, чтобы все получилось. А что случилось? Как вы думаете, она веру в себя потеряла или муж ее как-то... Ну, немножко муж ее обижал. Маленькая, некрасивая, худенькая. То есть муж убивал в ней ее самооценку, да? А вот со стороны, как вы считаете, сначала Аня себя запустила или сначала муж стал ее унижать? Наверное, немножко запустила. Когда у нее маленький ребеночек появился, запустила. А потом, конечно, муж стал ее обижать. Но, скажем, не во всем виноват, если уж так разобраться. Ну вообще-то в этот момент, конечно, он должен был поддержать, конечно, как ну, любой конечно, мужчина. Ты знаешь, горе и в радости. Ну, поэтому так. У нее был ребеночек нелегкий маленький, период. Заботы накопились. Ну, а потом всегда можно сказать, извини, да, по-разному. Да. Можно сказать, слушай, давай я посижу с ребенком, найди на себя время, приведи себя в порядок, она... правильно? А как вы думаете, почему она до сих пор не снимает кольцо? У них изначально все было очень прекрасно. А вы думаете, думаете, у них могут наладиться отношения после всего? Ну, вообще-то должны. Конечно, если Анечка изменится, конечно, мы все надеемся, что она станет как-то увереннее в себе, что ли. Ну, тогда, конечно, должна. А вы считаете, что дело только в Анечке, вот она изменится? Но был же такой период, когда нет. Он ее... Был же уже этот период, ну, там, Анечке, унижений, конечно, оскорблений. Да. Она рассказывала нам жуткие вещи. Да? Ну, а вам вот хочется, чтобы рядом с вашей Анечкой был вот такой человек, который однажды уже ее не поддержал? Конечно, нам ближе Анечка, чем ее муж. Это естественно. Нам тоже. И вы прежде всего хотите, чтобы она была счастлива? Чтобы ей было хорошо. Да? Если ей будет хорошо, но она, видите, она хочет, чтобы с ним все наладилось. Хорошо, а теперь о хорошем. Какой вы ее ждете сегодня здесь? Я надеюсь, что так вот такие вот... Что, надеюсь. Чтобы у нее была красивая прическа, новый макияж. Ну, это мы вам обещаем. Да. Давайте позовем, наверное. Давайте, да. давайте. Зовите. Анечка! Ань, выходи к нам! Красавица, красавица. Ваша? Ну как? Не наша. Он прям красавица, Анечка. Смотри, моя маленькая. Прям красавица, наша Анечка. Угодили? Ой, ну просто не узнать. Потрясающе, Анечка, ты выглядишь. Я надеюсь, что у тебя все будет прекрасно. А Ваню мы побьем. Вот. Вот заговорили, разум заговорил. Слезы радости? Да, да. Радости, да? Не ожидали? Не ожидала, что волосы постригли и цвет изменили. Ой, ну Аня. Ой, мне тоже очень нравится. Что ты почувствовала, когда мы развернули тебя к зеркалу? Ой, я испытала такой шок, меня какая-то током так шарахнуло. Неужели это я? Я неужели такая красивая могу быть? Ой! Обалдеть! Мою ж маму, ущипни меня за ляжку. Как ты себя чувствуешь в своем новом образе?
более уверенно, более естественно, немножко раскрепостилась, все свои комплексы и сомкнутости от меня ушли. Ты бы сейчас позволила кому-то себя обидеть? Нет. Ну, одного настроения боевого на самом деле мало. Главное – профессия. Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Да. Дело, которое у тебя будет в руках, ну, это дает основную силу. Я выбрала, буду дизайнером. Дизайнером да. Чего? Интерьера. Это замечательная профессия. Но я уж, извини, в этот праздник не могу не напомнить тебе о твоем же обещании. И я жду тебя на финале с выпечкой, которую я попробую, продегустирую. Договорились? Да. Сейчас я так, вам давай. Принесу. Как получилось, так получилось. Не ну-ка. Обессудьте. Ну-ка, покажи. Ничего себе. Мне кажется, нечто подобное я видел в магазинах. Нет? Нет? А может быть, она уже в промышленных масштабах это печет? Да? Но пахнет вкусно. Результат делает человека сильным. Результат в любой области. Ты выбрала для себя дизайн интерьера. Иди к результату. Потому что мастер познается через результат. Вот стоят мастера перед тобой. И вот стоит их результат. Бери пример. Я тебе на собственном примере и опыте могу сказать абсолютно точно, что когда есть дело, вместе с ним приходит уверенность в себе, повышается самооценка, высыхают слезы сами по себе. Как только у тебя что-то появится, и ты начнешь чем-то заниматься, все сразу изменится. А вот тот сигнал, который ты сейчас кокетливо прикрываешь ручкой, а все-таки посылаешь своему единственному, пока еще не пережитому, не прикрывай. Мы не будем с тебя стягивать это кольцо, это твой выбор. Покажи, что оно у тебя на руке, и пусть он посмотрит и поймет, какой вызов ты ему сейчас бросаешь. Вот он сдюжит, он сможет до тебя дотянуться. Я ему желаю удачи. Твой муж должен понять, что он был неправ, и попросить прощения. Но просить прощения – это удел сильных людей. Вот и посмотрим, насколько он силен. Посмотрим. Да. Ну что, дадим возможность пообщаться людям. Родным людям. Спускайся. Иди к нам. А мы пойдем поедем. А мы пойдем есть торт. Сенечка, мы тебе желаем торт. Мне? Спасибо. А нам торт давай, ладно. Нет уж, извините. Все, Анечка, мы желаем тебе большой удачи. Пока. Пока. Самое главное, то, что я сегодня услышала от Ани, это то, что она хочет чем-то заниматься, работать. А как только у тебя появляется дело, профессия, появляется уверенность в себе, ты просто не позволишь уже никому и никогда тебя обижать. Я уверен, что она не захочет менять свое новое качество на то прежнее. К хорошему быстро привыкает. Это перезагрузка, конец старой жизни и начало новой жизни, которая будет идти в нужном русле. Большое спасибо вам, ребята. Вы сделали такое, что я бы сама с собой такого не сделала. Вы здоровы, расти большая. Ай, не будь лапши. Ой, молодец. Ай-тя-тя-тя. А вот. Просто съешь в камеру. В следующей программе. Я год прожила с молодым человеком, и он мне рассказывал все время, что я страшная. Коряга. Мымра. Господи, за собой бы последила, еще орет тут на нас, на всех. Рожденный ползать, летает редко. Деточка, чем ты живешь, спроси. Зубами. Там их нет. Ты выглядишь, как будто зверек под лопухом. Как у драной кошки нарощенные ресницы. Да. Просто я еще с работой. Каким работаешь у нас? Я руководителем. Руководитель? Как ты будешь жить, девочка? Как ты будешь жить на этом свете?